Продолжаем движение. 16 серия маршрута Москва-Красноярск. Время, вот время пути в этой серии 4 часа. Путь будет пройден 292 километра. Средняя скорость 73,5 километров в час. Движение однообразное, монотонное. Привязаться, в принципе, не к чему и не о чем говорить. Лучше картинку смотреть. Во второй части пути будет правая остановка, короткая. Стоянка, там останавливаются все автобусы. Большинство, по крайней мере, кто из Новосибирска идет в Омск, кто из Омска в Новосибирск, обязательно там останавливаются. Кафе, туалет, ну, все, что нужно. Вот, и потом включусь, наверное, комментировать, когда буду подъезжать к развилке перед Новосибирском. Не знаю, буду я размещать это видео на втором аккаунте без ускорения с оригинальным аудио, пока не знаю. Сейчас начал размещать Москва-Крым. Только что разместил первую серию. Ну, посмотрю. Здесь пока ничего говорить не буду. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
приближаемся к развязке, к Новосибирску. Правый уход это будет в город, левый это северный обход. Объездная дорога Новосибирская сразу выводит на трассу в сторону Кемерово, Красноярска, Иркутска, ну и так далее. На объездной, кстати, трудно было мне найти место прежние поездки. Ну, во-первых, уже было поздно, по-моему, я ехал или слишком рано, поэтому не присмотрел место для. Не присмотрел место для ночевки. Было там одно место, я останавливался вот с левой стороны, как только начнется объезд. Там и заправка, и стоянка. Но комары, жуть, сколько комаров было. Оводы, слепни. Плюс сама стоянка такая грязная, в колдобинах, грунтовая. Вот мне очень не понравилось. Вот по этой причине я на северном отходе. Это направо тащит в Новосибирск навигатор. Я слушать его не буду, поэтому на северный обход Новосибирска. Так называется дорога. Трасса Р-254. Направо уходит в Новосибирск, левый уход это на, повторю, на северный обход Новосибирска. Очень важный момент, если проскочить его, потом выбраться, ну можно, конечно, из Новосибирска выехать на это, но будет потеряно уйма времени, нервов и всего прочего. Так что вот имейте это в виду.